Всем приветики, с вами Оля и Аля. Сегодня у нас вот такая большая интерактивная кукла против вот такой машинки. Да. Да. Смотрите, ребята, это видео до конца, так как вы будете определять, кто же из них лучше. Итак, начнем с куклы. Да, Уляш? Куклы. Давай разворачивать. Давай. Что это за кукла, Уляш? Это кукла Валюша. А что там у Валюши есть? Посмотри, Ульяна. Горшочек. И горшочек есть. Да. У Валюши есть горшочек. У Валюши есть горшочек. Так. И у Ляши дома горшочек. И у Ляши дома горшочек. И горшочек. Вот достали мы куколку Валюшу. Достали. Вот она, Валюша. Так, ну-ка глянем, что тут есть у Валюши. У Валюши есть вот такой слюнявчик. Дай Алисе посмотреть слюнявчик Валюшин. Так. Давай оденем слюнявчик Валюши, Уляш. Оденем? Ну-ка давай одевай. Нет, неправильно. Давай, мама, оденем. Вот, оденем Валюше слюнявчик. Вот, Валюша у нас в слюнявчике, да? Держи вот так Валюшу, держи. Держи Валюшу. Есть вот такая бутылочка, из которой она кушает. Так, в наборе у нас есть еще вот такая расческа. Расческа, да? Уля будет расчесывать куклу? Так, ну-ка расчеши. Вот, будет расчесанная куколка наша, да? Так, что еще у нас здесь есть? Есть вот такая тарелочка и ложка. Можно кормить вот так Валюшу, да? У Валюши есть вот такие тапочки голубые. Такие же, как у нее жилеточка. Что-то здесь еще есть. Запечатанный какой-то пакетик. Ляш, давай мы его распечатаем. Да. Да, вот. Что же у нас здесь в пакетике? Подушечка. Нет, это не подушечка. Это какая-то еда для Валюши. Это сухое молоко. Наводить и наводить бутылочкой. Смесь для Валюши. Еще у нашей куколки есть вот такой памперс. Валюша, когда попьет, она что делает? Писает. Писает. Это куда она писает? Либо в памперс, либо на горшочек. Давай. Нет, Валюша сейчас будет у нас кушать. Перед тем, как давать кукле нашей покушать, надо посадить ее куда, Уляш? На горшочек. Потому что Валюша, когда кушает, она сразу писает. Снимай штанишки нашей куколки, будем сажать ее на горшочек. Получится у тебя снять? Или тебе помочь? Помочь, Уляша. Вот горшочек, Уляша. Сейчас наша куколка будет кушать. Ой. Вот наша куколка кушает и сразу писает. Вот, сколько много написала наша кукла в горшочек. Да, Уляшечка? Погляди, много там в горшочке? Много. Что надо сделать? Ванну. Вылить надо, да? Ну-ка, выливай. Выливай. Убирай горшочек в сторону, убирай. Убирай горшочек в сторону. Ставь рядышком с собой, мы потом его уберем. Ставь вот так горшочек. Так. Что мы померяем? Тапочки, Валюша. Померяем тапочки?
померим тапочки Валюши, нашей куколки. Памперс будем мерить? Будем. Вот такой памперс. Сейчас мы его померяем. Да. Пей водичку, Алис, из бутылочки. Вкусно? Теперь узнаем, что еще умеет делать наша кукла. Я люблю музыку. Возьми меня за ручки. Возьми за ручки. Вот так. Покажись со мной. Как здорово! А сейчас спой мне песенку. Мне очень нравится. Привет, давай потанцуем. Я люблю музыку. Возьми меня за ручки. Покружись со мной. Как здорово! А сейчас спой мне песенку. А другую песенку. Мне очень нравится. Давайте еще посмотрим, что есть у нашей куклы. Вот такой слюнявчик, ложка, тарелочка, расчесочка, горшок, тапочки, памперс, сухая смесь, чтобы кушать из бутылочки, соска, которая у нас где-то у Алисы, вот такая бутылочка. И штанишки. Нравится у Ляши кукла? Нет. Ты расчесываешь куклу? Да. Будешь теперь куклу высаживать на горшочек? Да. А что ты еще будешь делать? Будешь кормить Валюшу ложечкой? Да. Ну-ка покорми Валюшу. Уля кормит куклу, высаживает на горшочек, расчесывает куколку. Кукла ей поет песенки. Уляша, ты споешь песенку для куколки? Нет? Ну-ка спой песенку для куколки. Хорошую песню спой. А теперь достаем машинку. Машинку. Открывай, Уляш. Ух ты, она поехала. Он оказался ездит. Уляш, она ездит, смотри. Давай посмотрим, что она умеет делать. Нажимай. А еще нажимай. Другую кнопочку. Другую. О, как свистит, да? Лёнь, фары горят. Ого, и даже музыка играет. Ничего себе, целая дискотека, Уля. Чего нажимай вот это? Да, это мы нажимали. Вот это. Нажимай, нажимай. Сигнали даже. Смотри, Уляша, какая штука еще есть тут. Оп. Нажимай на кнопочку. Еще сильнее.
еще. Нажимай вот на кнопочку. О. И Алисе тоже нравится. Да, Алиса. Дискотека, да, Уляш? Это магнитола, наверное, играет. Танцует. И Алиса танцует, да? Ну-ка, еще нажимай. Алиса! Итак, друзья, если вам понравилась вот эта интерактивная кукла, то ставим лайк. А если вот эта машинка, то дизлайк.